Здравствуйте, это новый видеообзор игры League of Legends режим ARAM от сайта azalive.info. Сайт посвящен биоэнергетике, йоге, эзотерике, магии, НЛО, аномальным зонам и многим другим интересным и полезным вещам. Разделы интересные, видеолекции, поблагодарить автора, будут вам познавательны. Здесь наиболее быстрый режим в онлайн игре League of Legends. 5 на 5 человек, где-то минут 20 игра. Здесь я играю за Зикса, такой дистанционный маг, достаточно хорошо накладывающий противнику дамаги, то бишь повреждений. Стратегия простая, чем чаще применяем умения, тем больше наносим повреждений. Чтобы это делать, надо 40% на откат покупать предметы, чтобы умения быстрее применялись. Соответственно, нужна будет мана. И в целом это, в общем-то, вся стратегия. Плюс еще нужно уметь применить умение, отбежать от противника, подождать, пока откатятся скиллы, применить снова умение, и таким образом по чуть-чуть грызя можно выносить противника, даже, в общем-то, не умирая. Посмотрим, как повезло мне с согруппниками, кто будет играть против нас. Ну, в частности, мы видим у противника, что мы три человека имеют групповой хил, то есть немножко заботятся о других, а не только о себе. Посмотрим, что у нас там будет. Закупаюсь вначале именно так. И начинаю применять скилл. Этот предмет увеличивает максимальное количество маны. При каждом применении скилла. На базе я примерно 4 минуты жду, чтобы закупиться, увеличить максимальное количество маны и заодно не мешать своим согруппникам. И как мы видим, скилл первый 5 секунд, второй 22, третий 13. Поэтому в начале имеет смысл прокачивать первый, чтобы чаще его применять. Он достаточно длинный, но от него достаточно просто уворачиваться. Противнику имеется в виду. Так, ну у нас один уже успел помереть. Дальше покупают. То есть ускоряю регенерацию маны. У Зикса она очень маленькая. Так, сейчас, да, уже успели помереть в первые полторы минут. Так, а сейчас я не использую за 70 маны, за 65 буду использовать только первый вариант, потому что мне еще стоять на базе 2 минуты. Нужно как можно чаще применять скиллы. В общем, все уже успели умереть. Похоже, у меня группа со школотой. Тем больше причин закупиться заранее. И как мы видим, а бомба летит достаточно далеко, что полезно. Так, еще на реген маны. Дальше я жду, когда у меня будет возможность по золоту купить там книжку на 20 маг-атаки. И тогда можно уже бежать. Плюс 136 маны у меня пока добавилось, но к середине игры, где-то минут 10-12-15, и там уже будет побольше.
Зигса скорость маленькая, и поэтому нужно отчетливо выбирать дистанцию. 325, всего 15 на откат у меня сейчас процентов, максимум 40. Ну, в целом так. Пока все по плану. Так, сейчас нужно будет купить книгу. И можно скакать в бой. Здесь как раз я прибегаю. Беру ману и хп. Восстанавливаю. Поэтому тут слегка все даже просчитано. Сейчас должно появиться, но что-то не появилось. Вот примерно так. Вот. Так, и сейчас у меня будет реген еще маны. В начале самое простое — это выносить миньонов. Нет миньонов, значит, они от башни, скорее всего, не подойдут. Сейчас у меня будет реген маны. И я еще ману им увеличу. Ну и вот так три скилла сразу использую, отбегаю. То есть ничего сложного тут нет. Так сказать, беспокою издалека длинными скиллами. И, в общем-то, это все. Сюда тоже было бы к тему. Устанавливаю своей группе хп и добавляем еще туда. В принципе, а против нас школьники также играют. Покормим беленьких зверей. Так, теперь мы будем выносить башню. Закинули, соответственно, туда. И еще вот так вот. То есть, повторюсь, основной смысл здесь, на мой взгляд, это не умирать. Таким образом, она наносится как можно больше дамаги. Так, я тоже кого-то даже вальнул, что удивительно. Так, сейчас надо будет миньонов. Хорошо, надо сейчас убежать еще вовремя. Успеть. Как-то так вот и играю. Так, похоже, у нас сейчас башня будет. Да, вот у нас башня. Ну и так, а по чуть-чуть дамажим, не умираем и, соответственно, таким образом и выигрываем.
Так, маны бы, конечно, хотелось побольше. Так, вы видите, уже плюс 390 маны. Вполне себе прилично. А как вы видите, я от 3 скилла сразу закидываю, считаю, что это полезно. И еще ульты по откату сразу. Да, вот так вот бывает в жизни. Убегаем, 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 убегаем. Ну, видите, а без миньонов они не рискуют, поэтому я могу вполне тут подождать. Ребята не очень агрессивно играют, поэтому возможности такие есть. Это я хорошо дамагнул. Ну, в целом мы так продавливаем. Видите, скиллом время нужно на откат секунд где-то 5 у меня, 5-6. Вот, и поэтому стоять на месте очень не рекомендуется. Как-то так вот. Ну и, конечно, нужно дамаг фокусировать. Так, ну вроде нормально. Еще вот так вот сделаем, и кто-то умер. Опа, опа, опа. Чуть не помер. То есть отбегаем и, соответственно, чего-то тут делаем. Меня не успели поймать. Так. ХП, мана, и можно дальше скакать. Единственное, нужно иногда умирать, чтобы закупаться. А то по сравнению с противником не очень хорошо получается в плане магической атаки. Вот такие дела. Так, ХП нет, маны нет. Убегаем. Видите, у них тоже скорости нет, потому что противники у нас не заморачиваются. Играют стандартно. Стандартно, то есть без мозгов. Моё. Сейчас бы их всех в кучу собрать, и я бы мог применить наиболее эффективно ульту. Так. Вот у нас летит ульта. Мы убегаем. Так,
сопротивление стало ужесточенней. Но тем не менее, согруппники у меня сейчас придут, по-новому закупятся. И дамага у них будет побольше. Таким образом, я как бы так сдерживаю, что ли. Ну, видно, что противники играют не слаженно, так скажем, не командно. Так, мана уже стала 714 плюсом. Я еще не умирал, поэтому дамаг у меня относительно небольшой. Так, дамаг пошел, пошел, пошел. Бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. А, ну вот, я умер и все. Так, ладно, было интересно. Покупаю сапоги на ускорение, перезарядку. Так, что у нас тут еще можно хорошего-то купить? 40% у меня сейчас будет уже на откат. Мне бы здесь купить вот эту штуку. И можно будет уже скакать. Хорошо. 367 магическая атака у меня стала. С этим можно как-то уже что-то жить. Башню нам снесли, что в принципе логично. Слишком долго мы ее удерживали. Дамаг у противника рос. 15% у меня до ульты. Хорошо. Дамаг стал больше. Хорошо. Кустам подбегать не будем. Ну вот видите, у них хп осталось мало, поэтому им приходится нервничать. Вот. Я, так сказать, подержал их чутка. И мы сейчас будем задамагивать. Даже я что-то там надамагал. Так, поспамил скиллы. 40% на откат, когда есть. Там все достаточно просто. Так, снесли эту штуку. Снесли ингибитор. Тут самое маленькое звено по хп и по всему остальному, поэтому выпендриваться здесь не стоит. Так, бежим, 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 бежим. Все выкинул и, соответственно, бежим дальше. Так,
Похоже, мы сносим сейчас башни. Желательно побыстрее это делать. Хорошо, минус башня. Так, да, нехорошо я туда влез. Ну ладно. Одну башню снесли, что-то там подамагали, уже огромный плюс. Дальше, в принципе... Покупаю эту штуку. В ней хорошо, что 80 сил умений, плюс там еще дает магическую атаку. В целом где-то 130-140. Сейчас увидим. А так как у меня на 35% все увеличивается, то вуаля, получаем 485. И плюсом еще щит. Вот примерно так. Примерно так. Хорошо, как меня дамагнули. Так, ну я не буду рисковать один на один там прыгать все это дело. Подожду согруппников. Так, 578 у меня на откат. Ой, а 578 у меня магическая атака, 40% на откат, хороший реген маны. Жить можно. 2 секунды у меня по скиллу. Тут вот видите, некоторые маги подтупливают у нас. То есть они вот маги, но лезут в ближний бой. Или не успевают отойти, что в принципе одно и то же. Так, это я, пожалуй, себе возьму. Ну так, какая-то дамага у нас идет. Кого-то даже я успеваю вольнуть. Так, меня тут спасли лиса. Так, что мы тут? Меня тут, ну, пожалуй, не затащим. В одиночку, скажем так. Но можем резко снизить поголовье миньонов. Так, еще кого-то вольнули. Тут, в принципе, без особых вариантов. Так. Опа, как меня хорошо. Бежим, бежим. Опа, и еще вот так. А, промазал. Но, тем не менее, будем жить. Так, этого вольнули, я выжил. Все забавно. Так, а вот тут еще вольнули. Ах. Да. Нужно было бы в сторону ХП бежать. А, я щит не использовал, к сожалению. Все время подтупливаю. Так, вот эту можно взять. Уже будет кое-что. 700 примерно у меня магическая атака. Ну все, мы выиграли. Примерно так. Это был видеообзор игры Лига Легенд, режим Арам. Играл за Зикса. Заходите на сайт azalife.info. Раздел интересно, видеолекции, поблагодарить автора. Вы знаете, много нового. Успехов, будьте, растите. Искрите, улыбайтесь, движуйтесь. Звените родниками истины.